Не нарушать природное равновесие, а помогать ему вызвались жители Братска. Они решили выращивать и выпускать в дикую природу самых разнообразных зверей. Для этого выбрали нетронутый участок леса в соседнем Усть-Илимском районе. Туда и отвезли накануне новых обитателей. А вот и кадры самого процесса выпуска. На этот раз в тайгу отправились 30 пятнистых оленей и 20 маралов. На их транспортировку ушло трое суток. Копытные хорошо выдержали дорогу и сразу же начали осваиваться. В том, что им здесь понравится, охотоведы уверены, все необходимые условия для жизни есть. Ранее в этом же месте были выпущены несколько десятков кабанчиков. Сейчас их численность превышает 1000 особей. Всего на этот участок леса привезли несколько видов таежных животных. Олени и маралы должны гармонично дополнить сложившуюся фауну. Ареалы обитания их – это вот Алтай, поэтому у нас их нет. Самое важное для них – это кормовая база. Кормовая база у нас подходит для их обитания. Выпустили сюда к нашим кабанчикам, к нашим косулям и к нашим лосям. Сейчас будут здесь жить у нас целых 5 видов животных в полувольных условиях.